Здравствуйте, Самарцы! Поздравляю Самару, всех Самарцев и весь русский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. В этот день весь мир чтит память миллионов людей, чтобы никто больше не испытал ужасов войны. В день победы мы преклоняемся перед теми, кто трудились и воевали за Родину на фронте и в тылу, в лишениях и ужасах этой жестокой войны. Память о их героизме будет жить всегда и передаваться следующим поколениям во имя мирной жизни на земле. Героизм самарцев проявлялся не только в огромном и неутомимом трудолюбии тысяч граждан в оборонительной индустрии, а прежде всего в подвиге и самопожертвовании тысяч воинов на боевых полях Второй мировой войны, которые оставили огромную рану в душе Самары. Только половина славных самарских воинов вернулись домой. И не случайно сегодня тысячи жителей участвуют в параде бессмертного полка в День Победы, чтобы почтить память своих близких и героев войны. Самарцы, гордитесь своими героями. Город-побратим Самары, Старозагора, желает всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. С праздником! Живко Тодоров, мэр города Старозагора.